где-то дважды в день по 3 часа дают свет. Естественно, планируешь свое время, чтобы за эти 3-6 часов в сутки успеть какие-то важные дела с этим электричеством. Вот сейчас вот я разговариваю, через 25 минут у меня отключится свет. По расписанию с 0 до 3 будет. Можно поспать. То есть с 12 ночи до 3 ночи? Да, да, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, сейчас, я так понимаю, многие закупают свечи, фонарики, на это спрос, я так понимаю, очень большой, цены возросли, очереди, возможно, в магазинах есть за этим товаром? Не, свечей достаточно полным-полно, и с этим товаром как бы проблем нету. То есть и свечей, и фонариков вполне достаточно в магазинах, и все, кто хочет, они способны это купить. Как реагируют вот жители вашего города? Вы из Севастополя, да, правильно? Да, я из Севастополя. Как вот реагируют жители Севастополя на вот такую вот... Ну, в большинстве своем люди надеются, что все-таки проблема будет решена и проведут этот ветку с Краснодарского края, или тут товарищ говорил, с Ростовского, то есть с России дадут свет.